Дети закидали камнями автомобили из автопробега на острове Кипр в поддержку войны с Украиной. Такие маленькие, а уже понимают, кто такие русские и где их место. А их место у себя дома, в Рашке, на болотах. Цивилизованные люди не будут терпеть выходки ненормальных российских туристов. Камни полетели на машины с виадука, где были дети. Несколько больших камней точно попали в цель. Как минимум одну машину подбили.